Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Huawei Nova 9 SE. Сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить режим энергосбережения. Для этого мы опускаем нашу шторку. И здесь у нас есть энергосбережение. Нажимаем и нажимаем «Включить». Далее также мы можем упустить, зажать. И здесь посмотреть какие-то, возможно, настройки. Можем просто включить или выключить здесь энергосберегающий режим. И также мы можем зайти в настройки, перейти в батарею и перейти, в общем-то, к тому же энергосберегающему режиму. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.